Ну что, обещанные шампиньоны. Я шампиньоны кушаю каждый день, потому что в них дофига белка. Это как бы фитнес-питание, здоровое питание. И плюс, когда еще и кушаешь на веган меню, да, когда ну нету мяса, и когда кушаешь как бы один гарнир, то возникает как-то, блин, повкуснее хочется. А вот что такого добавить, чтобы оно было повкуснее? А шампиньоны, их вот как бы, блин, что-то не так одела. А шампиньоны, когда их добавляешь к любому, да, хоть к рису, хоть к гречке, хоть к гороху, хоть к чечевице, к чему угодно бы мы ни прибавили, оно раз и блюдо как будто становится вкусным. Поэтому это такая халява с шампиньонами, плюс в нем очень много белка, поэтому я кушаю каждый день. Вот, так, значит, шампиньоны. Что делать? Сейчас утро, на улице вот только-только начало расцветать. Обычно я готовлю шампиньоны все-таки чаще всего в обед. Иногда, когда бывает, не успеваю, когда что-то у меня там дни какие-то сильно заняты, тогда я это делаю утром. Вот, так, значит, шампиньоны. Покупаю самые любые, обычно я готовлю там за примерно 3 пачки за один раз. Этот рецептик я попросила у своей помощницы по хозяйству, по дому, да, изначально вообще, господи, изначально, знаете, как я шампиньоны готовила? Вот, ну, прочитала там на рецепте, можете поместить в микроволновку, засунула, помыла в микроволновку, соль поставила, через 30 минут вытаскиваю. Но однажды на меня подруга так косо посмотрела, говорит, и ты это будешь есть? Я такая, а что, как надо по-другому, что ли? Ну, короче. А потом, конечно же, там моя домработница, спасибо ей огромное, приготовила нереально, боже, как вкусно готовит. Ой, я, в общем, иногда у нее прошу какие-то рецепты, и она мне рассказывает, делится со мной, и вот поэтому это рецептик ее. Спасибо тебе большое, если ты смотришь. Так, я покупаю самые любые шампиньоны, обычно покупаю пачек 6-7, да, они там чуть не очень долго хранятся. Короче, какие вот попадаются в первом попавшемся магазине, те и покупаю. Да, давайте сразу посмотрим. Я очки приготовила, да, после 40 лет. Зрение поет романсы, чтобы, так, чтобы прочитать вам калории. Итак, чтобы вот не соврать. 27 калорий! 27 калорий на 100 грамм. Это настолько мало, ну просто фантастически нереально. Конечно, мы туда кое-что добавим. А теперь, значит, про белок, да, про то, что это спортивное питание, это фитнес-питание. Так, белок, дорогой, где ты? Жиры 1 грамм, углеводы 0,1, белки 4. Это в сырых. На самом деле, когда там приготовим и все такое, там показывает значительно больше белка. Итак, берем 3 пачки шампиньонов. Значит, сначала что мы берем, да? Вот 3 пачки просто потому, что мне на противень помещается. Вот. Нам понадобится соевый соус. Я раньше не знала, что, оказывается, соевый соус, он бывает бескалорийный. Вообще он обычно с сахаром. Я раньше думала, что все специи, такие как, ну, типа майонеза и все остальное, что они очень-очень сильно калорийные. Потому что если мы сделаем салатик там с огурцов, помидор, то там будет калорий вот столечко, а вот, так как тут видно-то, чтобы было. В общем, мало калорий. А когда мы добавим 1 столовую ложку майонеза, вообще в этой столовой ложке майонеза будет в 10 раз больше, чем во всем салате. Ну, то есть, как бы специи, они обычно очень калорийные. А мы с вами, ну, типа, стройными хотим быть, да? И думала, что с соевым соусом примерно то же самое. Оказалось, нет. Оказалось, что я, ну, в обычных магазинах это найти я как бы не смогла. И, как обычно, на Озоне, на моем любимом, нашла, вот, значит, без добавления сахара. Представляете, без добавления сахара какая-то. Но он оказался такой необычный, то, что он чуть-чуть желеобразный. Ну, я потом сейчас полью при вас, да? Необычный, но вкусный. Я сначала, как бы, думаю, купила, думаю, не буду снимать. Сейчас сначала попробую, там вкусно, невкусно. Ну, вроде зашел. Не знаю, есть еще какие-то или нет. Вот, zero. Zero типа 0. Итак, что мы делаем? То есть у нас всего 3 ингредиента. Шампиньоны, бескалорийный соевый соус, самый обычный, и соль. Все, больше ничего нет. Так, что мы делаем? Мы берем дуршлаг и начинаем... Нет, на самом деле я не сразу положу дуршлаг. На самом деле я все это вывалю сейчас сначала в раковину и буду мыть. Ну вот тут, блин, как-то раковина не очень видно, я ж тут как бы это не сильно парюсь там со всякими там фотосъемками, да, вот, с операторами там и все такое. Влом мне или влом, или лень, или жадность, я не знаю, короче, не важно. Смысл такой, что мне сейчас надо это в раковине все помыть, да, вот, буду брать вот так, и вот так вот его немножко мыть, да, а потом сложу все это в дуршлаг, и она там 5 минут будет обтекать. Вот, на этом я поставлю паузу, и когда все помою, вернусь к вам. Так, шампиньоны помытые, и сейчас вот они обтекают, да, вот, ну, как они, это самые обычные,
Грибы помытые. Капают. Капают. Конечно, капают. Следующая моя задача — выложить их на поднос для того, чтобы залить их какой-то вкусняшкой и чтобы они пропитались час. Самый обычный поднос. И начинаем их выкладывать. Раньше, как бы, когда у меня еще соображаловки не хватило, я вот так их выкладывала, так, чтобы было видно вот так, а потом сверху заливала. Потом через какое-то количество раз думаю, блин, так можно же кверх ногами, тут вот он немножко вот такая, можно чуть-чуть дырочку там ножичком раз-раз, для того, чтобы когда заливаешь соевым соусом и солью, чтобы оно как бы внутри еще пропиталось. Да? Вот, поэтому сейчас я вот так вот их раскладываю, сейчас я их все разложу и потом буду заливать. Собака гавкает. Моя собака проснулась, она хочет гавкать. И птички поют. Так, если будет мешать, я сейчас на балкон двери закрою. Что мы делаем дальше? Вот я разложила, и сейчас мы... То есть некоторые грибочки, они уже с дырками, ну, как бы их нормально, ничего с ними делать не надо. А некоторые... Ну, собака, сейчас закрою. Закрыла балкон. А некоторые грибочки, они вот такие вот, то есть там внутри, ну вот как бы пусто, да? Шляпка, как будто она зарощена, и тогда я чуть-чуть так раз-раз-раз, чтобы туда соус попал. Вот, сейчас я буду это делать. Значит, про что еще? Про соевый соус, да? Соевый соус. Значит, давайте калории посмотрим, где мои очки торжественные. Здесь 330 грамм. Что они стоят, не помню. Может быть, перед видеороликом я и посмотрю. Калории. Всего 12 калорий. Ах, они, блин, на 35 грамм. Вот теперь сиди, умножай, да, либо ищи другую. Получается, что примерно 36 калорий на 100 грамм. 36 калорий, ну, это достаточно мало, да? 36 калорий на 100 грамм. Нормально. Плюс, конечно же, тоже я почитала, что там нет никакой буквы Е и все такое, да, что здесь все только исключительно. Так, ну-ка, давай. Состав. Соевый соус, вода, соль пищевая, подсластитель эритрит, натуральный, ванильный, так, что-то уксус, кукурузное чего-то там, какой-то корень имбиря, масло оливковое. Растительный экстракт. Короче, блин, ну так мелко пишут, что даже в очках я прочитать не могу. Ладно, хорошо. Значит, сейчас мы делаем вот так, вот так, вот так, да, я уже немножко сделала. Дальше мы берем чесночок с самого начала. Забыла вам сказать про чесночок. Я его почистила. Вот он мой прекрасный. Упал, чуть не упала. Сейчас помою. Чеснок. Раньше я его сначала вот на такой штуке как бы давила, но потом мне не понравилось то, что он какой-то крупноватый, ну как-то не очень. И потом я его стала на блендере, вот сейчас я возьму блендер, водичку налила. Почему водичку? Потому что соевый соус, вот конкретно этот соевый соус, который без сахара, он прям густой. И тогда, чтобы сюда залить, ну туда нужна тут целая бутылка. Ну может быть как бы правильно бутылку наливать, но я как-то... Ну вот не хочу, я хочу сделать по-другому. Поэтому я беру обычные водички из кулера, добавляю туда чеснок, потом начинаю жужжалкой, вот так вот делать. И потом добавляю, сколько? Ну, наверное, треть бутылки я сюда вылью. Сделаю сейчас эту смесь и вам покажу. Так, вот у меня получилось, ну, наверное, примерно стакан тут всякой этой жидкости яичной, просто ее заливать. Вот так тихонечко, не так видно, не видно, да, вроде видно. Пытаюсь полить на все грибочки. Общая калорийность готового блюда получается примерно 44 калории на 100 грамм. Ну, то есть это очень низкокалорийно, очень низкокалорийно. То есть, чтобы съесть там шампиньонов, там, ну, например, 100 грамм, 150, это, ну, вообще очень классно. То есть ты добавляешь к чему-то, наедаешься вкусненько, ну прям кайф. Так, все, полили. Я солю вот так.
Так, готово. И теперь наша задача это минут на 40 на 1 час поставить и просто ждать, что она просто не в духовке, а просто будет ждать. Отлично. А, значит, по калории, да, весы, то есть, конечно же, вес, когда мы покупаем грибы, это один вес, когда мы в духовке приготовим другой вес, когда мы это соевый соус, третий вес, все это взвешивается, ну, первый раз, да, если вы только начинаете там на пути похудения, построения, то весы это самое первое, что нам надо купить, это вообще, да, то есть я себе завела тоже вот такую штучку конкретно для своей диеты, думаю, какую бы мне красивую книжку, да, в которой я эти калькуляторы пишу, там, чтобы высчитать белки, жиры, углеводы в итоговом блюде, да, именно в том, которое я готовлю, да, и представляете, я нашла прям конкретно, где вот капкейки, где можно стряпать. И вот следующее блюдо, я один из видеороликов сейчас запишу именно про них, про стряпы. Классно. В общем, записываю туда, пока просчитываю это все на калькуляторе, а потом на автопилоте. То есть сначала паримся только первое время, а потом все это быстро, легко и просто. Итак, сделали 40 минут-1 час. Я обычно в это время иду делать масочку для лица и массаж лица, пока она тут это. Но об этом будет в другом ролике по поводу ухода за собой, по поводу массажа лица и все такое. Это все в другой ролик. А пока ждем. Итак, прошел час, и наши шампиньоны замариновались. В реальности, честно говоря, прошел не час, прошло, наверное, 2 часа с лишним, потому что из-за этой видеосъемки сегодня я подзадержалась и сначала отвезла в школу, съездила ребенка, да, сегодня среда, сегодня я не веду прием клиентов, я не принимаю никакие консультации, не провожу, по крайней мере, стараюсь, чтобы это по средам не было. Среда – это у меня день любви к себе, когда я вообще себя балую, балую, балую. Хотя мне, в принципе, каждый день очень похоже. Поэтому они стояли долго, ну и бог с ним, а что с ними будет? Я думаю, ничего не будет. Все, я сейчас их засовываю в духовку, и мы будем ждать. Сколько же мы будем ждать? Наверное, минут 40. Да, на таймере сейчас поставлю минут 40 или 30. Я все время забываю, все время свои книжки смотрю. Вообще с памятью как бы. Хорошо, что есть книжка, в которой все можно писать. Так, минут на 30-40 я засуну в духовку, поставлю по максимуму. Вообще не знаю, какую цифру, просто максимум ставлю, да и ладно. Ничем не накрываю, ничего не делаю, ну, как бы я делаю вот так. Не знаю, правильно, неправильно, пофигу, но получается вкусно. Сейчас попробую, сейчас покажу. Прошло минут 35, наверное, и мы с духовочки достаем. Так, ну вот так вот это немножко выглядит. Пар идет. Вкусно, нереально. Запах такой, что вот я стараюсь, когда я голодная, не готовить. Потому что если, допустим, у меня уже все там вечер, и все, мне сегодня уже нельзя кушать, но я ставлю грибочки, там такой идет запах, что даже если я балкон открываю и проветривается, ну невозможно, то есть это точка срыва. Поэтому очень хорошо бы готовить тогда, когда, ну, например, вот сейчас у меня будет второй завтрак, и я смогу покушать, да, и поэтому сейчас я могу себе этими запахами, ну, как бы особо не париться. Вот поэтому вот одна из точек срыва, это, конечно, наши запахи. Пахнет, ну, очень вкусно. Сейчас я буду накладывать, взвешивать и дальше вам рассказывать. Итак, дальше мы взвешиваем. Я, конечно, ничего толком не помню, ни по граммам, ничего, поэтому я вот когда делаю кушать, у меня в телефоне эта программа Fast Secret, и на планшете покрупнее и удобнее. Сейчас я тут скриншот размещу. И с утра я там всю эту граммовку быстренько набираю, просто из предыдущего сохраненного меню, да, а потом открываю и смотрю, что сколько мне положить, иначе я бы, конечно, ничего в жизни никогда в памяти это не удержала. Итак, я открываю эту программу и смотрю, у меня шампиньоны, значит, 100 грамм. Вот сейчас как бы видео только про шампиньоны, а вообще, конечно, обед я себе приготовлю с другим. Вот тут моя помощница помогла там фасоль приготовить, я взвесила, значит, 150 грамм. Напоминаю, обед я стараюсь уложиться в 250 калорий, то есть исходим из того, что 250 калорий нам надо набрать и желательно белка нужное количество, да, то есть и исходя из чего, да, составляем меню там. Так, у меня, значит, вот здесь вот есть фасоль, да, сейчас фотографию ее сделаю. Я обнуляю на весах, сейчас поставила весы, ой, вам не видать. Ну, вот так. И, значит, напоминаловку свою на планшете, что там 100 грамм шампиньонов. И начинаю. Давайте попробуем их сначала. Они такие маленькие, в том числе есть. Недосолено немножко. Ну, как бы чуточку придется там. Чуть-чуть. Вот прям капельку досолю. Хорошо, все, пойдет. Итак, сейчас мне нужно выложить 100
грамм шампиньон. Сначала буду самые большие ложить, чтобы точно понимать, там сколько их. Маленькими мы доложить всегда успеем. Так, и вот я выкладываю 100 грамм. Прикольно. 97, отлично. И еще, значит, я себе тут положила, по граммам взвесила, что 100 грамм помидорочек можно положить. Да, помидорок. Я их тоже вот взвесила уже, вот фотографию покажу вам. Ну, конечно, купила для красоты маленьких, скорее как для видео, да, в реальности. Я их в реальности в основном большие беру, помидоры самые обычные. Итак, вот я фотографию, наверное, сейчас вам тут не видно. Ну, я вот сейчас сделаю вот тут вот фотографию. Вот такой у меня будет обед. Этот обед, напоминаю, 250 калорий. Достаточно хорошо подобран по белку. Данный обед не идеальный по белку, здесь не хватает жиров. Поэтому, чтобы компенсировать недостаток жиров, следующий мой перекус будут орехи. И тогда оно выровняется. То есть за день в итоге как бы жиров, белков, углеводов будет нормально. Когда я дома, что бывает достаточно нечасто, я, ну, то есть сажусь, это кушаю. Если же чаще всего я куда-нибудь убегаю, и я беру с утра, те самые с 5:30 до 6 утра, когда я готовлю завтрак в духовке, я нафасовываю все, вот все, что я тут положила, в основном на день вперед, включая на ужин, складываю в такие контейнеры, мешочек и везу с собой. Как правило, вся еда у меня всегда с собой. Сейчас покажу, как это выглядит, сделаю фотографию. Да, помидорки сложу в отдельный контейнер, ну что-то как-то помидоры не хочу сюда мешать, ну вот как-то так.